Ну вот мы имеем перед собой две грядки, это третья, это четвертая, в принципе четвертая крайняя, то есть последняя. И между ними есть, ну вот здесь есть междугрядье, а здесь в принципе пустое пространство между грядкой и соседним полем. Я их укатываю. Вот он культиватор. Вот она гиря 35 килограмм, вот он каток, которым я сейчас буду укатывать эту дорожку. Ну что делать? По-другому не получается, чтобы сделать себе комфортно, видимо, и, как сказать, работать в этом диапазоне. Сам по себе каток, он не тяжелый. Каток, он весит практически ничего. Но вот дополнительная гиря 35 килограмм, она помогает его более-менее увесить. И вот этой гирей мы его укатываем до ровной между, до ровного между гряди. Вот так вот. Как-то так. Стандарт тяжести. Вот как-то так. Ну и точно так мы катаем соседние, уже не между гряди, а около гряди. В зиму это, конечно, все прекратит свое существование, но сейчас, именно только для сейчас, мы делаем себе комфортную работу. То есть мы видим, где у нас заканчивается грядка, а где начинается соседняя междугрядье. Дрык, дрык, дрык. И мы накатали еще одну дорожку. Справа от дорожки, и если по видео смотреть, слева от дорожки грядка. Здесь мы просто видим, что можно ходить. Каток от культиватора, поэтому здесь не больше 30 сантиметров. Гиря, ну, как по моим интересам, она лучше была бы заменена вибратором, чтобы это упрессовывалось. Ну, для этой работы ее, в общем-то, хватает. Как же так, малята?